Мы начнем это упражнение с обратного отсчета от 3 до 1. Примите удобное положение тела, закройте глаза, сделайте глубокий вдох, а при выдохе мысленно назовите и представьте цифру 3, 3 раза. Отпустите все напряжение с головы до кончиков пальцев ног. Позвольте своему телу расслабиться. Сделайте еще один глубокий вдох, а при выдохе мысленно назовите и представьте цифру 2, 3 раза. Чтобы успокоить мысли, представляйте безмятежные и пассивные образы. Насладитесь и расслабьтесь. Сделайте еще один глубокий вдох. А при выдохе мысленно назовите и представьте цифру 1, 3 раза. Сейчас вы находитесь на базовом уровне, который вы учитесь использовать для достижения любых целей, которых только пожелаете. Чтобы помочь вам перейти к более глубокому, более здоровому уровню сознания, я буду вести обратный отсчет от 10 до 1. По мере уменьшения цифр, вы почувствуете, как погружаетесь глубже и проникаете на все более глубокий и здоровый уровень сознания. 10, 9. Почувствуйте, что проникаете глубже. 8, 7. 6. Все глубже и глубже. 5. 4. 3. Еще глубже. Два. Один. Сейчас вы на более глубоком, более здоровом уровне сознания. Глубже, чем прежде. В этом упражнении вы испытаете ваше преобразование из текущего состояния и привычек к таким, которыми обладает человек, живущий в изобилии и который велик во всех смыслах. Для того, чтобы начать процесс преобразования, представьте свой текущий внешний вид и понаблюдайте за собой, как будто бы вы смотрите на себя в зеркало.
как вы сейчас выглядите. Рассмотрите себя сверху донизу. Начните с ваших волос, их цвета, как они причесаны. Двигайтесь постепенно вниз по вашему телу, осмотрите его форму, вес, положение. А теперь начните изменять любой аспект вашей внешности, например, ваши волосы или то, как они причесаны, к такому виду, как, по вашему мнению, выглядит человек, живущий в полном изобилии. А теперь измените ваше тело, внешность, мышечный тонус, осанку. И по мере того, как вы это делаете, вы чувствуете, как вы совершенствуетесь все больше и больше. А теперь начните изменять любой аспект вашего здоровья, устраните любые болезни, усталость, депрессию и измените ваше здоровье в такое, каким обладает человек, живущий в полном изобилии и который велик во всех смыслах. И по мере того, как вы это делаете, вы чувствуете, как вы совершенствуетесь все больше и больше. А теперь начните изменять любой аспект вашего образования, ваших знаний, ваших навыков и талантов. И превратите эти знания в такие, какими обладает человек, живущий в полном изобилии и который велик во всех смыслах. И по мере того, как вы это делаете, вы чувствуете, как вы совершенствуетесь все больше и больше. А теперь начните изменять любой аспект ваших социальных навыков, таких как ваша способность легко и уверенно общаться с людьми любого пола или социального уровня, и превратите эти навыки в такие, которыми обладает человек, живущий в полном изобилии и который велик во всех смыслах. И по мере того, как вы это делаете, вы чувствуете, как вы совершенствуетесь все больше и больше.
А теперь начните изменять любой аспект ваших отношений. Увидьте себя принимающим только отношения, наполненные любовью, поддержкой и радостью. Отношения, которые продвигают вас. Превратите ваши отношения в такие, которыми обладает человек, живущий в полном изобилии и который велик во всех смыслах. И по мере того, как вы это делаете, вы чувствуете, как совершенствуетесь еще больше и больше. А теперь начните изменять любой аспект вашей истинной сути. Будьте верным вашим потребностям, убеждениям, чувствам, эмоциям. Наполните себя знанием, что вы поступаете из благих побуждений ради благой цели. Почувствуйте, что вы человек слова. И превратите себя в такого, каким является человек, живущий в полном изобилии и который велик во всех смыслах. И по мере того, как вы это делаете, вы чувствуете, как вы совершенствуетесь еще больше и больше. А сейчас представьте, что вы стали настолько велики, что ваше величие разрывает невидимый кокон, который ограничивал вас и не позволял вам расти и развиваться. Почувствуйте, как вы вырываетесь на свободу, разводя руки высоко и широко. Почувствуйте, как ваше величие распространяется во все стороны, выходя за рамки вашего «я». Почувствуйте, каково это жить жизнью, когда все сопутствует вам. Посмотрите на себя в зеркало и увидьте, как здорово вы выглядите. Обратите внимание на ваше самочувствие. Увидьте свою уверенность, которая наполняет вас, потому что вы наполнены новыми знаниями, навыками и способностью. Почувствуйте прекрасное чувство защищенности, поддержки, легкости обращения со всем, что происходит. Как прекрасна эта новая жизнь. Как прекрасно быть свободным, искренним, честным, целостным и добрым. Мысленно скажите себе: «Это моя жизнь, и я люблю то, что я создал». Запомните это чувство нового вас. Насладитесь им.
Продолжайте дышать медленно, глубоко и ритмично. Потихоньку верните свое сознание туда, где вы сейчас находитесь. Каждый раз, когда вы действуете на этих уровнях сознания, ваша способность контролировать свои мысли, убеждения и вашу жизнь увеличивается. Вы становитесь более уверенным и энергичным. Вы все больше осознаете потенциал своего разума для улучшения своей жизни. Вы все больше осознаете, что несете ответственность за свою жизнь и за то, чем ваша жизнь наполнена. Через мгновение я сосчитаю от 1 до 5. На счет 5 вы откроете глаза, будете чувствовать себя бодрым, здоровым, энергичным, будете чувствовать себя лучше, чем прежде. На этих уровнях сознания улучшается ваше зрение, слух и воображение. 1, 2, медленно выходим. 3, на счет 5 вы откроете глаза, будете чувствовать себя бодрым, здоровым. Самочувствие будет лучше, чем прежде. Будете чувствовать себя, как после здорового, расслабляющего, освежающего сна. 4, 5. Глаза открыты, вы бодры, здоровы и чувствуете себя лучше, чем прежде.